4, раз, 5 раз. По традиции. Привет, олимпийский! Ну, начнем? Начнем. Честная застольная песня. Если вы писатель, поэт или бард, и за качество собственных детищ душа трепещит, не бейте на лопасит, не бейте, ребята, в набат. По-любому появится цензор, он все запретит. Совсем, да, выделился. Или крестный из Воркуты, или даже ты, ты и твое альтер-эго. Но если ты не писатель, поэт или бард, у тебя есть жена, и ты даже не питер. Любой раз ты спокойно живешь и укладываешь житейскому раз. По-любому появится тот, кто совет тебе. Всем встать! Суд идет. Рассматривается дело по статье «Убийство». Ответчик, вам слово. Он помыт и просушен. Зачем тебе уже, чтоб слушать? Или так просто, для увеличения твоей большой головы? У нас что, денег полно новый пакет покупать? Бла-бла-бла, опять и опять. Лучше судьбы подарок между магазом и болью. Вот и дух наслаждаясь покоем и тишиной. Вдруг чья-то тень пролетает прямо надо мной. Заслоняет солнце мое.
что придурком прослыть? Кто с ней будет гулять, убирать за ней карту? Где ты денег возьмешь так на корм? Ты считаешь, это норм? Тратится каждый раз на всякую ерунду. Моя мама задает и так мне один и тот же вопрос. Где шуба от мужа? Да какая шуба, если каждый месяц нехватка средств на еду? Еще чуть-чуть, и я не сдюжу. И вот так, пу-пу-пу, пу-пу-пу. А это же просто идеальный питомец. Позвал я ее бегущую по облакам. Международный камки война летал. И учеба спустилась ко мне прямиком в мой пакет. Я так счастлив не был уж столько лет. Каракатица нравится, каракатица нравится, каракатица нравится. Шел в квартиру, ну как сообщить о новом жильце, жене? На кухне оставил пакет, есть время закрыться в ванной вполне. Пока буду руки тщательно мыть, думаю, что сказать. О, например, у животинки такие ножки, у зверька каракатичья стать. Станет нам другом на долгие годы, научим командам лежать. Встал, жена оголила звериный оскал. Будет супца достаточно много. Где ты, мой милый, достал осьминога? С собой я, конечно же, не совладал. Взорвался во внутренний зрительный зал. Бартером кестровая балета. Ну что ты наделала, вот поэтому жилку свою и убил. Но когда я кончу судьбину свою, нас все непременно на небе. Никогда на балконе, которого нет.
которого нет. Например, да. И что там еще есть? Чего там у нас еще нет? Такой Инстаграм. Инстаграм, которого нет. И Фейсбук туда же, которого нет. И Рено, которого нет. И Кеки, которого нет. И самое главное же. И Кока-Кола, которой нет, без которой. И виски, которого нет. Люди, через века, через года, помните о жизни, которой не будет уже никогда. Заклинаю вас. Как под вас хорошо зал наполнился.